Я не смогу неделю жить без инсулина. Значит, записывайтесь раньше. А раньше нет записи. Есть раньше. У меня сегодня не будет инсулина. Очень плохо, надо приходить вовремя. Я знаю, поэтому выпусти, я не могла приехать, я в другом городе была. Вы кидаете мою тетрадку? Да. Вы нормальная? Все, я нормальная. Вы кинули только что мою тетрадку. Запишите мне, пожалуйста. Я не буду выписывать. Вы швыряете мою тетрадку. Запишитесь. Это что за поведение? Вы взрослый человек. Вы тоже взрослый человек, должны записываться. Меня записала мама, но я не смогла приехать. Очень плохо. Значит, я знаю, что это плохо. А я не буду принимать. Мне нужен инсулин. А мне надо, чтобы вы... Хоть ты сдохни здесь, не дам. Хоть ты сдохни, да. Хоть ты сдохни. Да. Хорошо, что телефоны сейчас имеют. Все, идите вот сюда. Ваше лицо поближе. Мне нужны лекарства. А мне не нужны. Обращаться с людьми так позволяет.